Всем бугагашечки, дорогие друзья, подписчики, гости канала и желающие пощекотать себе нервишки. Я Нептун, и это канал Нептун Геймстаф. Мы, та-да-да-дам, возвращаемся в Five Nights at Freddy's 4. Итак, друзья, я уже, значит, здесь откупориваю шампанское, я уже танцую вовсю, пою песни от радости, а потом внезапно узнаю из ваших комментариев на Ютубе, что здесь не 5 ночей, то есть в игре, которая называется 5 ночей с Freddy 4, не 5 ночей, а, по-моему, там 7 или 8 вообще. Это же где логика? Ну ладно, тем не менее, вы меня попросили пройти 6-ю ночь, а после 6-й зайти в экстра. Мол, там в экстра есть что-то интересненькое. Я уже туда заглядывал, там всего лишь показаны аниматроники и как делался Фокси. 6-я ночь, давайте попробуем ее пройти. Я, правда говоря, ни разу еще не запускал, поэтому 6-я ночь для меня загадка, кто же там будет. Будут ли там, опять же, Чика и Бонни, либо там будет Фредди, либо они все вместе, я не знаю. А, ну давайте попробуем, давайте. 6-я ночка. Что ж тут, что же тут меня ждет? Что же? Уже звук уже нагнетает. Бляха-муха. Так, ладно, побежали. Кто же? Ага, Чика. Значит, здесь Чика. Да? Значит, есть и Бонни. Еще и медвежатки! Зашибись. Значит, опять слушать надо. Это проклятое дыхание. О, и Бонни. Замечательно. А эти очень быстро. Вы заметили? Вот эта скорость. Твою мать. Еще и Фокси бегает. Жесть. Они все здесь. Нет, ну вы заметили, как быстро эти маленькие плюшевые мудаки. Появляются на кровати. А, зашибись. Ох, как круто. Давай, доползи ты к этому шкафу. Сейчас будем тебя выкуривать. Ага. Так. Так, хорошо. Ну почему у меня замигал фонарик? Чика, топай отсюда. Хорошо. Так, теперь Бонни. Так. Прогоняем этих плюшевых мудаков и топаем к шкафу. Так. Так. Так, ага. Ну, как бы так, как бы неплохо. Чё фонарик-то мигает так, блин, часто? Чё, уйди, утоповый. Всё, я прогнал вас. Вас здесь больше быть не должно. Хорошо. Так, теперь прогоняем Фокси. Так. Так, всё. Теперь вас, ублюдков. Теперь Чика. Потому что хватит мне... кексиком, блин, пугать. Так, хорошо. Твою же мать. Прочь! Прочь! Я знаю, что если Чика будет очень долго стоять под дверью, то меня придет и убьет этот проклятый баклажан. Или кексик. Ну или кто он там? Так, 3 часа, друзья. Первая попытка. Так. Ну хорошо, что нету Фредди. Этот ушлепок бы мне здесь дал жару. Так, пора прогнать Фокси. Малость его осадить. Сказать ему утоповый из моего шкафчика. Здесь ловить нечего. Всю одежду у меня уже обворовали.
Так, теперь чика. Так, хорошо. А, все, я понял. Посмотрите, у нее в руках как раз таки кексик. У нее кексик в руках. Вот почему он на меня нападает, да? Потому что она выпускает этого проклятого. О! Фокси убежал! Вот это чудо! Ох, блядь! Ау! Ты откуда взялся? Какого хрена? Так, минутку. Так, все, я понял. Значит, после 4 часов ночи появляется Фредди. Да? То есть исчезает Фокси. Даже если бы он был в шкафу, он пропадает. И в игру вступает этот проклятый медведь. Хорошо. Все, я понял. Фух, теперь я понял. Теперь я буду знать. А то я как-то малость охренел, когда увидел там это чудо. Хорошо. Так, давайте. Поехали. Надо понять одну простую вещь. Здесь на кровати движуха. Очень часто. И очень быстро появляется, да? То есть нужно почаще палить это дело. А еще Фокси так и норовит. Попасть ко мне внутрь. А еще Чика дышит мне на ушко. Так. Прочь с моей кровати. Да хватит уже дышать. Топайте вон там комнат до хера. Че вы ко мне-то пристали? Все. Фух. Ой! Тихо! Малость напряженно, когда камера нечаянно фиксирует мою мышку и поворачивает на кровать. Самостоятельно, как будто. Поэтому я пугаюсь. Так, часик, часик, часик. Да не было же дыхания! Не было его! Не было! Я уверен! Я слушал хорошо, в наушниках у меня хорошо слышно! Не было дыхания! Это читерство! Ты проклятый Бонни, ты читер! Я тебя сейчас заборю! Это третья попытка! В третьей попытке я тебе, блин, по жопе надаю! Ух, надаю! Безумие! Бонни, готовься получить по жопе! Допустим... От Фредди я умер, и я справедливо умер, да, я замешкался. А здесь не моя была вина. Не моя вина, говорю. Так. Так. Прочь с моей кровати. Она и так заправлена. Фух. Да я так запарился кровать застилать. Без единой складочки. Все так идеально, все так перфект. А эти ублюдки портят всю картину. Всю прелесть. Так, на всякий случай давайте проверим. Да, показалось. Почему-то подумал, что Фокси уже в шкафу. Ага. Ты давай это, здесь не бегай. Хватит уже, чувак. Напрягаешь? Ой, дыхание. Дыхание, это я понял. Утопало. Во, он слева. Ага, Фокси, не попадешь в мой обитель. Моя комната, моя крепость. Кроватку в обиду не дам. Топы, Чика, топы. Вместе со своим кексиком проклятым.
Ага. Так, хорошо. Справа, да? Вроде бы. Да, Фокси прогнали. Теперь Бонни. Ага. Фух, друзья. Держимся. Да, вроде бы дыхание было. Вроде бы. А может быть и нет. А может это моя фантазия? Больная. Так. Пошел прочь. Бонька. Ах, по жопе получишь. Ох, по жопе ты получишь. Фу, так, ну, ну радует, что его в шкафу нету, потому что на шкаф я теперь не отвлекаюсь. Так, 3 часика, да? Через часик придет Фредди. И будет вообще весело. Будет эпично. Твою мать. Так, ладно. Держимся, друзья. Держимся. Не надо этого. Не надо. Ладно. Пошел прочь из моего шкафа. Ищи себе другой. Да. Фух. С дороги. Теперь здесь. Так, теперь шкаф, шкаф, шкаф. Быстрее. Пока Фокси не очухался. Так. А, Фредди. Твою мать. Ой, он бежит! Он же слева! Он слева, твою мать, он здесь! О, нет, он уже справа, да? Твою мать! А, божечки! Это невыносимо! О, твою ж мать! Это напряженно! Так, он бежал. Он убежал направо. Или нет, он опять налево убежал! А! Божечки, какого хрен ты делаешь? Зачем ты это делаешь? Хватит бегать! А! Блять! Зашибись. Я дверь не закрыл. Я дверь не закрыл. Это плохо. Это крайне негативно. Это очень плохо. Я сейчас сдохну. В любой момент. Ой, блядь! А, да какого хрена? 5 часов утра! До 5 дожил и сдох! Да чё за блин, откуда ты взялся? Откуда он мог на меня напасть, друзья? А, он был в шкафу, да? Единственное, что я не смотрел здесь, это шкаф. Но я туда редко залажу, потому что я не слышу его смеха. По идее, без смеха его как бы там и нет. Смех — это показатель, что он в шкафу. Смеха нет, значит, я не палю шкаф. Все логично. Вот. Наверное, это из-за того, что я забыл закрыть дверь и подождать, чтобы он перебежал на другую сторону. И он в это время прошмыгнул ко мне. И подождал удобного момента для нападения. Плевать, давайте еще разок. Ага. Шипящие звуки. Шипящие звуки. Неприятные шипящие звуки. Мы только что от них отделались. А, еще шипящие звуки! Да хватит уже! Твою мать! Этот ублюдок в шкафу! А ну, сволочь, вылазь! Вылазь, падла! А-а-а! Ну че тебе надо? Ну нахер пошел! Да пошел ты в жопу, ублюдок! Исчезни с моего шкафа. И вы тоже давайте топайте отсюда. Так, теперь Чика. Так, хорошо. Ага. Бонька-то уже здесь подкараулил меня, да? У шкафа. Теперь прогоняем Фокси. Так.
Так, хорошо. Теперь маленьких гаденышей. Пыш-пыш-пыш-пыш-пыш отсюда. Так, теперь Чика. Не надо мне кексика здесь. Только без кексика, хорошо? Хорошо, договорились? Этого счастья мне не надо. Так. Прогоняем ублюдков. Ага. И отгоняем Фокси. Фух, друзья, я весь взмок. Так. Так. Да. Прочь. Чика. Да не мигай, не мигай, не мигай. У меня же новый фонарик. Только недавно менял батарейки. Какого хрена ты мигаешь? Тихо, тихо. Я надеюсь, что он подумает, что меня нету. Ага. Так, прогоняем. Ага. И в шкаф. Все, здесь ловить нечего. Фокси, нечего. Нечего. Ой, мигает лампочка. Так. Чика, 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 чика. Ага, ты здесь. Я тебя услышал. У меня мега... мега-слух. Мега-слух. Мега-эпичный слух. Хорошо. Так. Ага. Фокси, ты там сидишь? Надеюсь. Хорошо себя ведешь. Я тебе вкусняшку принесу. Если ты будешь себя хорошо вести. Вкусняшечку хочешь? Ага. Он купился. Хорошо, Чика. Угу. Фу. Так, 4 часика, давай уже. Пора. А, все! Все, 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 уходи. Да, давай резче. А! Убежал. Убежал, падла. Он здесь. Ага. Так, убежал. Так, не обманешь. Какая-то напряжение какое. Крайнее напряжение. Так, тихо. Плохо. Что-то он задумал. Что-то вот этот бег непонятно где. Мне не нравится ни разу. Да твою мать, да где? Попадись в мое поле зрения. Я себя дискомфортно чувствую, когда тебя нету в поле зрения. Да твою мать, ты где можешь быть-то? В шкафу только? Нету. Ну он поражал. А, вот он-то где! Он поражал, значит он... Ну вы поняли, да? Ага. Значит он теперь слева. Слева. Так, давай, 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 не подыхай такое. Не подыхай. Опять он бегает. Ух ты, какой падла шустрый попался, а? Да твою мать, ты где можешь быть-то? Так, здесь нету? В шкафу? Так, в шкафу. А! Блять, что там? Что там нужно было делать? Я уже забыл. А! Типа так, а? Вроде бы слева. Твою мать, справа, значит! Значит, ты первый раз умер, да, он был в шкафу. Он был в шкафу. Значит, реально он был в шкафу. Вот почему я умер. Теперь-то я буду умнее. Давай! Главное, не подыхай! А! А, я опять убежал! Я опять убежал! Я дверь не закрыл! Я дверь не закрыл. Да! Неужели я прошел это дерьмо? Шестая ночь, ты пройдена. 1-0 в пользу Нептуна. Нет, вру. 2-0. Ну, плевать, короче, в мою пользу. Я прошел игру. Фух. Все, давайте выдохнем и понаблюдаем мультик. Так, ты меня слышишь? Да? Так, кто к кому обращается? Что-то я не понимаю. Я не знаю, слышишь ли ты меня. А, можешь ли ты меня слышать? Извини. Это, видимо, к мальчику обращается этот желтый Фредди, да?
Так ты разбит. Почему? А, разбит Фокси? Он пропал. Так, типа, мы останемся твоими друзьями, да? Это он мальчику говорит. Так, в общем, ты должен в это верить, да? Мы будем твоими друзьями, верь в это. Я останусь здесь. Давай что-то, в общем, он хочет вернуться вместе. Да? Вернуться вместе со мной, видимо, с этим мальчиком. Но мальчик плачет. И что? Что-то, в общем, произошло. Так, ну все, друзья. Шестая ночь затащена. Давайте просто ради интереса зайдем в экстра, посмотрим, что там такого появилось новенького. Новенького. О! Джемскерс какой-то. Fun with Plush Trap и Nightmare. Джемскерс, давайте посмотрим. О! Ага, я понял, это все скримеры, да? Значит, это был... Это Фокси. Nightmare Фокси. Nightmare Чика. Nightmare Бонни. Ах, твари, как я от вас умирать. Блин, запарился. Ага. Это Фредди. Подожди. А вот этот меня вроде бы ни разу не убивал. А, это же... Да, точно, если бы я запустил, допустим, этих трех медвежат на кровать, то в итоге пришел бы этот чувак и меня убил. Но я этого не допускал. Это хорошо. Так. Nightmare Фредди. Вот такой. А, проклятый кексик. Баклажан. Ага, значит, Плюштрап все-таки может меня убить. Хорошо, что я проигрывал, потому что уж лучше проиграть и начать следующую ночь, чем умереть от этого скримера проклятого. Так, что за Fun with Плюштрап? Ну-ка. А, в общем, играть, да? Давайте разочек поиграем. Может быть, я смогу его пройти. Хорошо. Так, да? Твою мать, не успел, да? Твою мать, и что, что делать-то? Я что-то не помню, вы писали там в группе, ой, в группе ВКонтакте, вы писали в комментариях на Ютубе правила игры. Там что-то про звуки было. То есть я должен каких-то вроде бы два звука услышать, а потом нажать фонарик, да? Да. Хорошо, давайте попробуем. Будем слушать внимательно. Твою мать, хватит бегать! Зашибись. Так, ладно. Ну, в общем, понятно, все понятно. А что такое Nightmare? А? Подожди, старт. Это, видимо, какой-то новый дополнительный уровень. Но название уровня как бы говорит само за себя. Это будет какая-то жесть. Давайте просто разочек. А, так седьмая ночь это. Кошмар, ни хрена себе, что это значит? Кто здесь будет? Давайте просто одним глазочком посмотрим. Так, этих нету. Хорошо. А! Плюштрапы, ой, маленькие эти медвежата, значит, здесь есть. Хорошо. А кто еще? О, я так понимаю, что
Судя по звуку, это либо Фокси был, либо Фредди. Но если это будет Фредди одновременно с этими чуваками, это же жесть. Это он бегает туда-сюда, плюс еще Фокси бегает туда-сюда. Они же вдвоем-то в шкафу не поместятся. А, друзья, ладно, давайте эту седьмую ночь, этот Найтмер мы оставим уже на следующую серию. Будем с новыми силами, с новыми нервами проходить этот сущий, живой, воплотившийся кошмар. А на этой нотке всем спасибо, друзья, спасибо за вашу поддержку, за ваши комментарии. Благодаря вашим комментариям я смог пройти игру, я смог узнать много нового. Вы самые лучшие подписчики, самые лучшие друзья. Без вас у меня бы ничего не получилось. Обязательно поставьте лайк, поддержите это видео, пишите комментарии, а также вступайте в группу ВКонтакте. Всем хорошего настроения и позитивных видосиков. Пока-пока. Ой, ты кто? Ой, блин! Ой, блин! Ты кто нахер? Эй, он меня преследует! Эта хрень за мной бежит! Так, плохо. Плохо, тупик. Да какого хрена? Что это было? Зашибись. Так, это я где? Кому-то весело, да, детка? Так, меня поймали.